Прямо сейчас поставь лайк, или она придет за тобой. Щелково народ, с вами я, Кеша, и сейчас мы посмотрим с тобой самое страшное видео со всего интернета. Досмотри это видео до конца, если ты не боишься. Хотя, мне кажется, ты не сможешь этого сделать. Знаешь почему? Потому что я нашел реально очень страшные короткометражки, от которых ты обделаешься. Ну, и я в том числе. Ну что, готов? Ну нахер. Тогда погнали. Ребят, вы только гляньте на превьюшку этого видео, мне уже страшно. Видео называется «Кровавая Мэри». Давайте посмотрим. Кровавая Мэри. У-ха-ха-ха-ха. Простите. Оу. Девочка решила зажечь свечку в ванной комнате в 3 часа ночи. Bloody Mary. Ой, жутко. Bloody Mary. Она призывает кровавую Мэри. Bloody Mary. Ух, зря, сейчас она реально придет. И отгрызет твою голову. Она еще записывает это на свой телефон? Зачем? Hi guys. So, as you all can see, I just took up the Bloody Mary challenge. And она снимает видео. Какой-то челлендж. Типа, вот, я призываю кровавую Мэри. Она снимает видео для Ютуба. Я вам отвечаю. Let's start. Okay. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Сейчас что-то появится. See, I told you, nothing is happening. Кто-то постучал в дверь. У меня чуть сердце не остановилось, ребята. Хватит стучать! Никого нет дома. Блин! Хватит стучать. Крикни ему, никого нет дома. Ё-моё. Ребята, поставьте лайк, если вам сейчас страшно. И напишите в комментариях. Нет! Там глазка нету. Посмотри в глазок. Ой! Спроси, кто это хотя бы? Ёпта! Я бы не отрывал человека, который стучит не знаю сколько. У меня мурашки по коже, ребята. Что за музычка начинается? Мне не нравится эта криповая музычка. Какие-то страшные голоса. Пожалуйста, нет. Ёпта. Ребята, мне страшно. Никого нету. Ребята,
Держимся, ребят, держимся до конца. Твою же мать. Ребята, мы вместе, ребят. Мы вместе. Аджай, what's wrong with you? Чувак, ты с ума сошел? Зачем так стучать-то? Can I get in? I'm sorry, please come in. Why are you even asking permission? Get fresh and come soon. Какой-то чувак странный, что-то. Очень странный. Нельзя было крикнуть, что это он. Зачем просто так стучать? Sorry guys, so there was someone banging at my door and I got shit scared. I thought it was Bloody Mary, but guess what? It was my husband. See, I took up the Bloody Mary challenge and there was no one else that came instead of my husband. So there's no such thing called Bloody Mary. Это ее муж, он еще не дома! Это не ее муж, она не пустила, она впустила не своего мужа, это кто-то другой! Это не ее муж! Это не ее муж! Ее муж задерживается на работе, ребята! Это кто-то другой! Это... Блин! Пожалуйста, не пугайте нас! Ё-моё, меня сейчас Кондратий возьмет! Беги из дома, дурочка! Беги из дома! Ой, сейчас что-то... Не могу, я боюсь! Блин! Почему это зависло, ребята? Я не могу... Чтоб тебя! Было реально очень страшное видео. Если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ну а с вами был я, Кеша. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Чао.